Всем привет, я сегодня расскажу вам про как сделать лифт в People Playground. Сейчас вам покажу какое-то подобие такого, типа... Вообще, это будет мое первое видео про... Вот, например, я сделал вот такую постройку. Это просто, типа, обычная лаборатория, где вот есть такое вот... И есть электричество. Далее можно вырубить. Этажный лифт. Для этого мне надо несколько вещей, и это будет видео, такой гайд. Для этого нам надо сделать вот такие столбы. То есть эти столбы будут нашим лифтом, то есть лифтом, ну, шахта лифта, то есть вот такой вот. То есть нам надо вот такая вот деталь, и надо сделать примерно вот так вот. То есть нам надо сначала... Давайте сначала измерим человека. Вот человек. Вот он. Ё-моё. Вот. И вот так он весит. Вот так он, ну, то есть он, его размер. И мы сделаем вот такое. Так. Всё. И... Всё. Оно обязательно должно быть зафризено. Если вы не зафризите, то все разрушится и начнём надо сначала. Ну, давайте вот. Вот. Ну, вот это. Вот такое. Вот, всё. После этого надо сделать то же самое несколько раз. Если вы хотите, вы можете сделать двухэтажный лифт или трехэтажный, четырехэтажный. Но советую вам сделать какую-то такую прям суперэтажку такую, знаете, прям жесткую. И короче, если кто-то лень кому считать, короче, смотрите, каждый вообще сам People, он весит как у него рост с два вот этих вот блока. Два блока. Вот сам рост People. Если хотите, вы можете если у вас есть моды, или вы можете воспользоваться вот этим, change color, и теперь у вас есть вот такая штука. И короче, вы, если хотите, прям, вы можете использовать вот это для реалистичности. Но я покажу, то есть, с блоками деталей. И я пользуюсь вот такой деталькой. То есть, и сейчас мы будем вот тут. У нас тут будет сам генератор. Вот. После этого мы делаем вот так вот по несколько раз. Сколько этажов? Ну, короче, делайте столько раз, сколько вы хотите этажов. Вот я хочу, например, 1, 2, 3, 4. Пятиэтажку. Хочу пятиэтажный лифт. И после этого мы должны, конечно же, сделать так же, как и в лифте. Вот так вот. Саму шахту. И вы должны прикрепить вот этот блок. И сделать вот так вот. И обязательно, конечно, зафризить. Вот так вот у нас получилась шахта лифта. После этого вот так вот копируем. Ну, если вы, конечно, хотите сделать без копирования, но я сделаю это быстрее, чтобы не затягивать видео. Вот. Вот это вот потом. Вот так у нас выглядит деталь. Все вот это как у нас выглядит. Давайте, если хотите, давайте же мы сделаем какие-то реалистичные. Для этого, если, я думаю, вы видели то, что в лифтах обычно есть провода, и если вы не хотите, то вы можете пролистать до этого момента. Несколько минут там надо. Вообще, вот так вот, да. И теперь нам надо взять вот такие штуки, ну, вот эти вот палки, и надо вот так вот их скопировать каждую минуту, ну, вот это вот, каждый раз. И после этого мы берем вот это вот и закрепляем их. То есть это будет наша как реалистичность, что это типа якобы как...
И главное, обязательно вы должны это сделать с двух мест. Потому что если вы не сделаете это, то у вас будет ничего не получится. То есть у вас все будет нормально. Но вот просто оно будет болтаться и будет видно балку. Вот. И будет некрасиво. Ну, или если вы хотите, вы можете сделать так же, как. Вот. И нам осталось последнюю. Вот это предпоследняя, наверное. Да, и вам надо сделать таких несколько раз. Вот, последняя. И теперь у нас вот такие провода. Ну, вот это типа провод. И вы можете их даже трогать. То есть они рабочие. Если хотите, вы можете, да, вот так вот сделать. И да, оно теперь болтается. Вот так это выглядит все. Если хотите, вы можете сделать два. Я сделаю два. Я просто скопирую это. Copy six subjects. Да, оно копируется. А то боялся, что болты не будут, ну, вот эти вот штуки не будут работать. То есть они не будут копироваться. Вот. Теперь, после этого, да, я не сказал это ранее, но вообще, если вот так. Все, теперь у нас появилась, теперь у нас настоящая, красивая, вот такая вот, вообще, ой, что-то тут случилось. Ну, вообще, забить. Вот теперь у нас есть вот такая вот, такая у нас шахта лифта, так можно сказать. Вообще, мы вот это вот закреплено, ну, если у вас без блока все. Теперь у нас вот такая штука. После этого давайте начнем заниматься лифтом, то есть самим лифтиком. Вот это мы должны сделать прозрачным. И теперь, чтобы вы знали, если обычно кто-то использует один, ну вот, то я вам советую сделать два, потому что для прочности. Так как потому что, когда я делал лифты первый раз, у меня, во-первых, проблема была в том, что сам лифт, он как плохо он держался, и лифт... Да, и сейчас я понимаю, какую я большую ошибку сделал. Да, вы можете сделать вот так вот, если ваш лифт не... Да, и вот я специально сделаю эту ошибку, чтобы вы поняли, если у вас такое случится, если вы сделаете 4 этажки. Если у вас произошла такая ситуация, просто не паникуйте, не злитесь. Короче, просто вот так вот вставляю. Ну, зачем я это делаю? Вообще, вот, вот так вот. Вообще, должен сделать вот так вот. Все. Теперь мы... Ты ё-моё. Да, что-то с этим случилось. Но все равно. Вот так вот у нас должна появиться деталь. Все, теперь ставим... Ой, щит. Что-то не получилось тут. Так. Так вот у нас должен быть выглядит лифт. Так, давайте я, меня уже заколебало, реально. Вот. Вот, все, вот так вот. Почему-то, да, наша шахта. Ну вот наша шахта. Делаем обязательно вот это вот enable. Это вот гравить, ну вот все. И берем вот такой кирпич или какой-то любой предмет и вот так вот закрываем это.
чтобы не было никаких еще. Все. После этого, когда мы закончили эти детали, мы можем сделать вот так вот. Типа у нас тут будет внизу, типа, ну, для реалистичности я это делаю, может это не делать, но я это делаю. Так, все. Вот так у нас всякая фигня, и все, давайте let's go делать наши лифты, которые все уже, наверное, заждались. Для этого нам надо все вот так вот, все готово. Теперь настал момент. Давайте берем вот этот блок. И делаем его вот таким. То есть, чтобы влезло. За громкий звук. Вот. Вот так же. Ну, вообще должно быть так. Все. После этого мы закрепляем вот это вот. Вот этими деталями. И смотрим, насколько оно крепкое. Да, все, оно крепкое. Если у вас все крепко, молодцы. Вы молодцы, сделали хорошую работу. Давайте сделаем вот так вот. После этого мы берем вот так вот и делаем вот так вот. И обязательно вы должны измерить самого бипа. Толщину. Ну его рост. После этого делаем вот так вот и закрепляем. Все, теперь у нас закрепляем. Да, я так могу закрепляться, но все равно. Так, и давайте вот это закрепляем. Мы должны обязательно сделать, чтобы лифт был крепкий. Перед этим вам говорю, если вы хотите, конечно. Ну, я просто вас хочу сказать вам одну вещь. То, что вы, есть такой мод на лифт, который уже сделан, то есть он из самого карты. Все, теперь давайте мы добавим, конечно же, цвет. Ну, свет в нашем лифте. Вот, наш свет. Так. Теперь у нас есть свет. Давайте сделаем для качества, для реалистичности, типа, это якобы у него проводка есть. Но лучше я не советую вам сделать. Ну вот, вот так. Все, у нас теперь есть свет в лифте. Теперь осталась последняя деталь. То есть нам надо осталось сделать одну деталь, чтобы наш лифт мог передвигаться. Для этого нам тут надо двигатель. И не спрашивайте, почему у меня эти три двигателя, это просто из мода, это не отправление просто. И теперь мы должны их к блоку, ну вообще, чтобы питание им надо. После того, когда мы проверили, все, у них теперь есть электричество. Теперь последнее, больше не надо. Так, вот теперь считаем, сколько этажов. Первый, один, два, все. Короче, ну, если хотите, можете добавить вот тут третий. Без вопросов. Все, теперь у нас тут 1, 2, 3. Все, 3 этажа. Теперь мы после этого добавляем вот так вот 3 штуки. И одна из них будет, чтобы включать. То есть включать с генератором. И что эти штуки будут делать? Если вы хотите, если, вот, я просто вам припишу, что какой из них. Hello world. Hello text. Ой, что-то на русском что-то оно. Всё. И вот это теперь можно прикрепить. Теперь все будут знать, что это значит. Чтобы вы просто поняли, как должно это работать. Все. Вот так вот.
остального. Теперь, после этого, нам осталось, конечно же, все закрепить. После этого мы должны сделать одну вещь. Мы должны сделать вот так вот. Что вы хотите, если хотите, как не хотите и не хотите, вы можете сделать вот так вот. Ой, ошибка. Всё. Теперь берем вот этот. Ой, оно похоже не крепится. Кстати, если вот так вот будете делать, но при этом закреплять предметы, да, оно будет работать. Давайте прикрепим вот это, то есть оно будет нам переключать какую деталь, то есть смотрите. Для этого нам тоже надо отдельная деталь для этого всего. Блин, опять. Короче, вы поняли, да? Всё, теперь нам надо... И ещё надо. Вот это вот наши штуки, вот эти будут работать наши как... будут работать как переключение куда или вверх или вниз. И, конечно же, надо сделать тоже деталь. Следующий. Вот так вот, чтобы вот так вот было близко. Так. Все, давайте попробуем, например, вот эти детали, эти можно как считать для как сувенирка, типа как. Типа очень даже реалистично использовать для каких-то фильмов. Да. Давайте прикрепим. Все, вот такой вот у нас. И все, вот такой у нас лифт, и все. Давайте, например, возьмем какой-то Саня вместе со своей женой. Давайте. Самая большая, я забыл вам сказать вещь, то есть когда вы будете сохранять, вы должны обязательно вы должны
сделал перед этим при сохранении, вы должны обязательно сделать внизу это, потому что если вы сделаете наверху, то сохранение получится что-то не так, а и вот эти детали, они станут очень такие short. Ну, типа, короткие, и придется сделать все сначала. Да, вот такое вот было видео. Давайте сохраним даже это. Определенный вид искусства. Вот. Вот такое вот будет. Да, это, кстати, я вас убеждаю, чтобы вы подписались. Потому что я старался. И да, вот такое было мое наше первое видео по Pupil Ground. И да, извините, что у меня тихий голос, потому что, блин, из-за этого у меня микрофон там такой, теперь типа, ковтом. И да, у него там микрофон очень чёрт, ну, типа, поняли, да? Ой. И да, пока играл с игрушкой.